Почему ты не любишь этот дом, мама? Я нашла странную куклу. Она зовет меня поиграть. Молодая няня София, пока ее работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме. Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли. Это чья-то больная фантазия, которая воплотилась в жизнь. Режиссер фильма Адриан Гарсия Бальяна – опытный постановщик в жанре ужасов, так что готовьтесь бояться. Ибрагим Бендер, турецко подданный, хотя шо себя взять? Брам единственный обманул меня, ему сошло с рук. А второй-то кто? Так кто ж Байструк? Задунайский. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией. Поклялся отомстить. Его убийцы здесь, в городе. Ося Задунайский и мошенник, именующий себя Бендер. Я-то думал, вы революционер. Кем угодно вас воображал. А вы просто вор. Я наказываю людские пороки жадности и тщеславия. Вы мерзавец, папа. Упрямый в мать. Твою. Бендер – начало первой части трилогии, также включающей в себя фильмы «Золото империи» и «Последняя афера». Персонажи основаны на классическом советском романе «12 стульев», который неоднократно экранизировался прежде. Чувствуешь энергию? Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-команда возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Что-то не так. Снежная гора сердится. Готовы? Найди свой голос. Прости меня. Я так мечтал о славе, что забыл, кто я на самом деле. Следуй за мечтой. Верные друзья? Вместе навсегда! Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими. Рок-Дог 2.